Девочки и мальчики, привет всем. Я в очень интересном комьюнити в Санфорде. За мной вы видите, какие дома, да? Небольшой комьюнити, но он еще строится. И дома начинаются с 500 тысяч, то есть полмиллиона и выше. Я один раз проезжала мимо этого комьюнити, записала название. И вот сегодня, думаю, поеду, посмотрю, что это за дома. Ну вот, честно вам говорю, наверное, будет очень спектакулер. То есть... Фейерверк будет, надеюсь. Ну вот вы видите, вдалеке там домик такой стоит, да, один из них. А здесь дальше вы видите, уже вот они еще только, не уже, а еще только строятся. Вот это вот модель. Одна, вторая и третья. Там дальше тоже стройка, и кто-то живет, кто-то нет. Ну вот три модели я вам сейчас покажу. Посмотрите, какие обалденные просто. Ну вот если подальше, то, пожалуйста, вот так вот, наверное, лучше будет видно эти дома. Ну, давайте взглянем, мне прям не терпится. И вот мы заходим в первый дом с такой башней для принцессы. Один гараж на одну машину, этот гараж на две машины, то есть на три. И мы заходим в этот вот чудный Санта-Барбаровский домик. Вау! Посмотрите, какая красота! Справа у нас. Сейчас только поговорила вот с женщиной, которая здесь сидит. Вот здесь вот офис. Видите, вот она сидит здесь. Этот дом уже продан. То есть это модель, но дом продан сам по себе. Но можно такой же построить здесь, как бы заказать. А этот дом продался где-то 700 тысяч. И у него 500, немножко больше, чем 500 квадратных метров. Ну давайте пойдем, я не знаю, в какую сторону. Давайте здесь. Здесь, я так понимаю... Is it laminate? Porcelain tile. Yes, sorry. Да. Здесь, короче, плитка сделана, видите, как будто под дерево. Сейчас очень многие делают такую плитку. Заходим сюда. Здесь у нас, значит, половинная ванна. Половинный туалет. Называет half of bathroom. Ну, это вам уже 100 раз показывала, да? Мы зашли вот сюда. Смотрите, наверху там вообще двери непонятно куда. Посмотрим. Идем. Ой, здесь столько всего надо обойти, что 500 квадратных метров это очень много на самом деле. Вот нас встречает здесь зал с такой мебелью и кухня. Можно ли сказать, что кухня шикарная? Она просто потрясающая, сногсшибательная и все что угодно. Посмотрите, какая огромная территория кухни. Посередине кухни на острове стоит плита с вытяжкой и вот такой вот гарнитур, черный гарнитур и белые столешницы, очень красиво сделано. Сейчас все, кстати, меняют с белых холодильников и моек на вот такой stainless аппаратуру. Да, очень здорово. Вот я там зашла, вот там. А здесь можно тоже пройти. Здесь тоже как часть кухни идет, да? И мы выходим, здесь у нас столовая. Не знаю, что здесь. А, здесь гараж. Здесь гараж на две машины. Вот. Мы уже видели этот гараж снаружи. Да, кухня, конечно, очень огромная. Ну, какого она размера, надо показывать, наверное, для того, чтобы показать. Это нужно самой походить по этой кухне. Сейчас я вот сюда присобачу. Ну вот, такого размера кухня. Посмотрите, здесь просто необычайные размеры. Для одной семьи достаточно. Ну и если с кухни идти, то вы видите здесь formal dining room, где вы усадите своих гостей. К сожалению, бассейна нет в этой модели, там есть только маленький порч. Конечно, как говорится, вы можете построить все, что угодно, но вот в этой модели бассейна нет. Вот, сейчас еще раз вот так вот немножко покажу вам, что мы видим в данный момент. И не знаю, в какую сторону пойти. Ну, пойду туда, куда глаза глядят.
пойду в эту сторону. И я уже вижу, что это мастер-бедрум. Здесь у нас такой storage. Сюда вы можете положить все, что угодно. Здесь у нас гардеробная. Не знаю, почему она отдельно. Ну вот гардеробная, может быть, даже для складывать какие-нибудь чемоданы. И мы зашли в мастер-бедрум. Смотрите, это мастер-бедрум. Размер внушительный. И мастер-батрум. Такой душ вообще, конечно. Такой размер. Ванна. Видите, под старину такая ванна. Но душ — это что-то. Давайте я вам покажу, какого размера душ. Ой, вы падаете. Вы падаете, а мне совершенно не хочется, чтобы вы упали. Стойте. Посмотрите, какой душ. Господи, нет листики здесь, стекла. Вот это вот вообще все. Раз, два, два с половиной. На два с половиной такой вот квадратный душ. Очень большой. Тут можно танцевать. Забираю вас. И еще раз показываю. Проходим сюда. Ого! У нас здесь как в магазине. Посмотрите, какое здесь зеркало шикарное, да? И хо-хо! Здесь тоже можно жить. Очень большая гардеробная, но вот дома дорогие, а вот это вот дешево, конечно. Можно было бы, конечно, сделать и полки. За 700 тысяч продали. В общем-то, немаленькая цена дома, да? Но вот. Вот так вот. Что здесь у нас? Здесь у нас листики. Ну, очень красиво. Так, девочки и мальчики, хорошо, что вы мне напомнили взять сумку. И мастер-бедрум. Еще раз я вот сейчас сюда подойду. Мне нравится очень снимать из угла, да? И мы взглядом оценим эту мастер-бедрум. Угу. Идем дальше. Идем дальше, как говорится, на разведку. Потому что женщина говорит, да, снимайте сколько хотите. В общем-то, села опять и сидит. Ну и хорошо. Нам не нужно, чтобы кто-то объяснял, потому что они по-английски все время говорят. И это неудобно. Вот здесь пейнтри, куда вы будете складывать свои продукты. Вот с этой очумелой кухни, очумелого размера. Здесь у нас какой-то коридорчик. Так, идем сюда. Здесь гостевая комната. Гостевая комната большого размера, конечно. Почти такого же, как у нас мастер-бедрум с Винсентом. Ну, в общем, вот такие размеры здесь. Здесь у нас стиральная комната с такими шкафчиками, с раковиной. Все, 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 что надо, здесь можете складывать порошочки, трусики, маечки, там, я не знаю, гладить можно здесь. И здесь, я так понимаю, гараж на одну машину. С другой стороны. Нет, это все тот же гараж на две машины. А, как-то мы так. Значит, этот гараж. Если мы заходим в этот гараж, здесь две двери. Вот из этой мы выглядывали, и из этой мы сейчас вышли. Но вот если я открою сюда гараж, то я выйду на кухню, как если вы помните, да? Ну вот, мы с вами обошли, в принципе, вокруг. Вот с этой стороны можно зайти в гараж, и вот с этой стороны можно зайти. Очень интересно. Дальше, я так понимаю, на первом этаже это все. На первом этаже у нас две спальни, а эти гостевые, одна хозяйская спальня. Идем наверх. Значит, на ступеньках у нас ковролин. Мы поднимаемся наверх и видим, ого, вот это зал. Он огромен. Он на самом деле огромен, я не знаю, это такой же зал, как внизу. Ну вот я повернусь спиной и буду вам показывать.
Считайте спальни. Я даже не знаю, сколько здесь спален. Смотрите, еще одна спальня. Ой, посмотрите, какая красота. Это спальня для девочки. И здесь такой... Вот она. Вот она, эта башня. Посмотрите. И девочка может открыть дверь и крикнуть маме. Мама, сделай мне завтрак. Очень интересно. И вот она, как говорится, такая комната для принцессы, куда должен прилететь принц и ее спасти. Вот мы же читали сказки, и принцессы были именно вот в таких заточениях, я не знаю, как сказать, вот в таких комнатках круглых. О, какое кресло, смотрите, симпатично. Вот, пожалуйста, девочкина гардероб и девочкина ванна здесь. Вот такая вот. В принципе, всего достаточно. Единственное, что я бы, конечно, поменяла полы хотя бы на ламинат. Ковролин мне не очень нравится, но вот здесь сделано именно так. Идем. Здесь мы уже видели комнатку, да? Это комнатка без ванны. Но я уверена, здесь рядом есть ванна, да, я была права. Вот еще одна ванна, которая, в принципе, сделана для вот этой вот комнаты и вот этой комнаты. Но это мальчик здесь живет. Я говорю живет, но, конечно, это модель, и никто здесь не живет. Но этот дом уже продан, как она сказала. Видимо, скоро уже вот переедут. Я, естественно, модели не продаются с мебелью. Это все stage, называется staged house. То есть это вот профессионалы приходят, ставят мебель за определенную цену. Она арендуется компаниями. Ну, любой человек может stage свой дом. Допустим, люди выехали из дома, им нужно продать дом, да. И как бы риэлтор, когда продает дом, он говорит людям, там, у меня есть компания, которая может привезти мебель, пока ваш дом не продался. И вот дом делают очень уютным, арендуют эту мебель на сколько-то времени, продают. Здесь вот, пожалуйста, тоже два мальчика якобы живут. Тут всякие вымпелы и мячики. Да, здесь даже мини-кухня есть, видите? Ну, как кухня? Может, микроволновочку можно какую-то поставить, да? Тут раковинка такая, малюсенькая раковинка, вот видите, по сравнению с моей рукой. Она просто очень маленькая. Здесь тоже склады какие-то под документы или просто чемоданы. Дальше у нас что? А здесь у нас кинотеатр, посмотрите. Самый настоящий кинотеатр. Сюда мы вот можем сесть, да, и смотреть фильм. Тоже очень интересно. Можно сделать огромный экран, можно сделать прожектор. И здорово. Очень-очень здорово. Посмотрите, как стали делать. Просто черные листы, и на них даже бывает мелом просто рисует и вешают. Здесь не мел, здесь краска, но все равно вот так издалека, как будто на черной доске мелом нарисовано. Смотрите, какие красные эти шторы. Такое делает настроение такое кинотеатровшное. Вот такие вот кресла круглые крутятся. Да, очень классный домик. Здесь у нас кондиционер. Я уверена, их кондиционеров, наверное, 3 штуки на такой огромный размер дома. Вот это вид из дома, из заднего окошка. Здесь видите, какая коробочка, кубик Рубика. Помните, мы с ума сходили по кубик Рубику, кто соберет быстрее. Честно говоря, я так ни разу и не научилась его собирать. Как-то собирала, по-моему, до 2 или до 3 и уже останавливалась. Не могла ничего сделать. Ну, в общем-то, вот эта модель номер 1. Очень симпатичная. И давайте мы пойдем уже на вторую модель, на третью.
Я, это, знаете, у меня такой марафон из 3 домов сегодня. Был когда-то марафон из 9 домов, кто не видел. А кто не видел, найдите у меня плейлист недвижимости, там написано марафон, очень интересно. Марафон из 9 домов в комьюнити от 50 и выше. Все, идем. Итак, девочки и мальчики, я, как всегда, немножко ошиблась. Здесь всего две модели, не три. И вот эти модели, которые я думала модели, да, здесь уже люди живут. Мне, значит, женщина дала ключ от еще одной модели. Но она вот туда надо идти далеко. Короче говоря, ту модель, которую мы сейчас смотрели, в ней 6 спален, 5,5 ванн. Вот, значит, немножко более чем 500 квадратных метров, то есть 5000 square foot, больше, чем она сказала, little bit more than 5000 square foot. И он уже продан без мебели. Вот, и мы сейчас идем. Здесь уже живут люди. Видите, какие? Вот дом, который мы только что смотрели. Тоже такой же почти. Посмотрите. Тоже, видите, такой же в точности дом. Идет стройка своим, значит, ходом. И вот мы сейчас ключиком откроем и пойдем в модель. Вот, вот она уже передо мной, эта модель. И мы с удовольствием сейчас с вами позырим. По крайней мере, я позырим. Ну вот находится эта модель. Вот эта модель на кул-де-сак. Когда, знаете, заканчивается улица вот таким кругом, называется это кул-де-сак. Купить дом на кул-де-саке – это очень хорошая привилегия, так скажем, потому что никакого трафика нет у тебя, кроме тех домов, которые здесь живут. Вот, и, ну, не знаю, что еще сказать, все. И вот в этот дом мы сейчас с вами пойдем и посмотрим, что нас здесь ждет. Давайте откроем. Итак, мы здесь совершенно одни, девочки и мальчики. Не разбегайтесь по углам. Что мы видим справа? Ну, офис. Офис, конечно, мы видели много офисов. Я вам показывала очень много красивых, некрасивых, больших, маленьких, темных, светлых. Это, в принципе, такой contemporary style, то есть modern. Видно, что он, конечно, не стандартный офис там с тяжелой деревянной мебелью, а именно вот легкая мебель типа IKEA, да, вот я так могу сказать. Скажите, если я ошиблась. Посмотрите, какая картина из настоящих перьев павлина. Но когда мы сюда зашли, мы сразу увидим туалет. Вот, допустим, у вас гость пришел. А, можно в туалет быстрее? Да-да-да, вот, сразу тут же. Абсолютно большой dining room, formal dining room. И опять же, легкая мебель. Не тяжелая, классическая, как говорят в Америке, traditional. А именно легкая. Сейчас я, знаете, вот тут вот оставлю. Все. Хорошо буду ходить без всего. Вообще, конечно, чем, мне кажется, чем меньше мебели, тем лучше. Тем лучше. Хотя вот вы скажете, я сама-то заставила мебелью дом. Но я не считаю, что у меня очень тяжелая мебель. У меня единственная тяжелая мебель – это спальня. Все остальное у меня такое вот. Идем дальше, смотрим кухню. Да, кухня тоже очень классная, кстати. Большая и немножко другая. Сразу здесь у нас стиральная комната хорошего размера. То есть она прям находится на кухне. И знаете, обычно через стиралку, когда идешь, сразу заходишь в гараж. Но здесь стиралка, она абсолютно отдельно. И вот такая кухня. Большая, большая, большая. Ничего не скажу. Ну вот, и опять же, вы видите по сравнению со мной, насколько большая эта кухня, насколько большой вот этот вот остров с плитой, газовая плита и... Ну да, здесь я могу объять. Бывают плиты, бывают столешницы, их даже не объять. Такая прямоугольная раковина. И тут очень много места, очень много места. И, конечно, если вы готовите что-то на какой-то праздник, да,
то у вас все может быть заставлено, места много-много-много, там, значит, барби, много завтракать. Ну что, места достаточно? Достаточно. Ну что, с кухни здесь видно сразу коридор. Коридор, где можно снять обувь, повесить, значит, куртки. И я уверена, что здесь гараж. А кто бы сомневался, да? Гараж, видите, здесь вот уже вместе идет. А три-кар-гараж, значит, вот такой вот величины. Очень большой, огромный гараж. Опять же, вот, вот так смотришь и не понимаешь, какого размера, да? Сейчас я покажу опять на себе. Ну вот, посмотрите. Идемте дальше. Мы вышли из гаража, и опять мы оказываемся в кухне. Здесь, естественно, стоит холодильник, которого сейчас просто в данный момент нет. Здесь у нас пейнтри, куда вы кладете продукты. Walk-in pantry. Вот заходите и смотрите. У нас, допустим, в доме нет такого walk-in. И еще раз кухня. Идем дальше. Не знаешь, куда бежать. Но я так понимаю, здесь не в каждой комнате мебель. Вот здесь одна из гостевых комнат без мебели. И здесь душ вот такой. А здесь я. Шлепки у меня, конечно, шлепают. Вот, но не буду или снять уже. Сниму шлепки. Ладно, без шлепок буду ходить, чтобы не раздражать. Огромное зеркало. Ну что мы видим? О, ничего себе, вот лестница наверх. Вообще, видите, комната здесь, конечно, без мебели. Поэтому, когда без мебели, не так и видно. И бассейна здесь нет нигде. Вообще, конечно, ну вот, честно говоря, да, когда я и проезжала мимо этого комьюнити, мне показалось, что вот, ну, даже не показалось, конечно, шикарные дома, дворцы. Но я думала, что обязательно будут бассейны. Ну вот, нет бассейнов. Вот, пожалуйста. Вот так вот смотрится это все. Бассейн, конечно, люди могут построить себе. Те, кто покупает за эти деньги, бассейн позволить себе могут очень легко. Вот такая вот open area, то есть открытое пространство. Как только вы входите в дом из дверей, вы видите вот все вот это. С той стороны только гостевые комнаты, а с этой стороны master bedroom. Называется это split bedroom. Почему сплит? Сплит — это как бы раздельно, да, то есть мастер bedroom, она находится далеко от этих от гостевых. Заходим в спальню хозяйскую, тоже очень большого размера, тоже здесь ковролин, но размер, конечно, очень большой. Эти двери сделаны для того, чтобы выходить на бассейн, в бассейн, к бассейну. А вот, ну, бассейна здесь нет, так что выходишь на порч. Или на, как называется, не знаю, на беседку. Из мастер bedroom мы идем и видим большого размера гардеробные. Опять же, вот надо было полочки им сделать, конечно. И здесь для полотенец. Такая дверь. И проходим дальше и видим мастер bathroom. Хорошего размера, но не огромного. И душ, конечно, уже не такой. Душ узенький, видите? Тот был квадратный. То есть вот эта вот длина, она была еще и в эту сторону такая же. То есть квадратная абсолютно. Но здесь поуже. Но все равно очень большой, конечно, и жаловаться не на что. И вот такие раковины. Одна для девушки, вторая для юноши. Ванна большая, очень большая ванна, огромная, можно сказать. Да. Что, в ванну, что ли, мне залезть? А? Ну что, пойдем мыться? Итак, ванна очень хорошего размера. Сразу вам говорю. Прям корыто огромное. Смотрите, хотя короткая, но глубокая, прям вот. У меня дома где-то так.
А здесь прямо вот, очень глубокая, хорошая. Можно отдыхать. Окон нет, к сожалению. Смотреть нужно просто в стену или на мужа, который ходит туда-сюда. Можно почитать книгу. И у меня тоже в доме нет окна у ванны, как я хотела. Что я делаю? Я смотрю видео по телефону, устанавливаю и смотрю, вот лежу. Ну, в общем-то, в принципе, да, очень хорошо, неплохо. Сегодня мы не будем звонить привидению, потому что мы ему звонить не будем. Но в ванной мы посидели. Там очень много девочек у меня на канале следят за моей логистикой, поэтому мне приходится очень осторожно говорить. Ну, естественно, все равно куча ошибок, я знаю. Бывает. Ну, выходим из ванны. И, в принципе, я думаю, что... Ого, прошла мимо. В принципе, я думаю, что на первом этаже все. Я показала вам абсолютно все на первом этаже. Мы сейчас идем с вами на второй этаж и посмотрим, что нас ждет там. Повторяю я еще раз вам план. Вот здесь, значит, у нас хозяйская спальня. Кручусь. Вы видите всю эту комнату. Там мы были, там были гостевые комнаты. И чтобы нам найти лестницу наверх. Ведь была где-то здесь лестница. Там ее нигде нет. Так, потеряли лестницу. Давайте искать. Не здесь. Где-то была лестница. О, видите, лестница очень далеко от выхода, что очень классно. Вообще скрытые лестницы – это самое классное. Очень многие не любят, чтобы при входе сразу была лестница, она на самом деле портит вид. А так вот, чтобы лестницы не видно было, это здорово. Вот мы сейчас с вами ходили, мы даже не видели этой лестницы нигде. Ну вот, поднимаемся. Да, скрытая лестница – это очень хорошо. Мы поднялись сюда, и мы здесь видим, вау, ну, наверное, здесь могла бы быть игровая комната, просто чья-то спальня, но огромного размера. Я думаю, что здесь обязательно есть ванна. Так, здесь кондиционер. Здесь у нас только половинчатый туалет. А здесь, наверное, могла бы быть студия для рисования или... Студия для того, чтобы вообще делать какой-то бизнес. Если вы шьете, если вы рисуете, вышиваете. Да. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. С немножким. Наверное, 13. Мои шаги поменьше. Ну, в общем... Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Ну вот вид из этой студии на соседский дом. Соседский дом совершенно другой, видите, вот ремонтник какой-то ходит там. Вот такие вот крыши у этих домов цементные или керамические. Сюда здесь можно поставить какой-то, я не знаю, цветок, наверное. И идем вниз. Ну вот это все, в принципе, что я могла вам, наверное, показать сегодня. Очень пахнет новым. Но если хотите, мы можем все-таки выйти подышать воздухом. Хотя жара неимоверная у нас до сих пор. Видите, оттуда вы видите мастер-бедрум. И вот такой вот заборчик. Там соседний уже дом. Все. Ну, девочки и мальчики, марафона у меня не удалось сегодня. Я вообще думала, да, модели будет 3-4, но всего 2. Хорошо, у нас не удался марафон, но я показала вам 2 модели.
И первая модель была где-то 700 тысяч. Вторая, я еще не знаю, вот эта модель сколько стоит, чего не знаю. Но сейчас узнаю и обязательно вам скажу. Девочки и мальчики, все разузнала. Этот дом был, значит, 320 квадратных метров, не включая в себя вот эту комнату бонусную, по которой я танцевала, в которой я танцевала. Но если ее включить, то будет где-то 400 квадратных метров с немножким, да, с хвостиком. Тот дом был 4 бедрума, 3 батрума, то есть 4 спальни, 3 ванны с половиной. Комьюнити фи всего лишь $164 в месяц. Но она говорит, тут и немного чего делать, как бы тут нет бассейна никакого общего, ничего. Это очень маленький комьюнити, в нем будет всего 17 домов. То есть этот комьюнити продастся и все. То есть, видите, вот здесь уже живут люди. Вот, находится он в Санфорде, как я сказала. И он не будет gated, то есть забором он нанесен, но не будет у него ворот, через которые надо проезжать, набирать код. Вот этого не будет. Вот, ну, в принципе, все, вот это вот все, что я вам сказала, и я показываю сейчас не для того, чтобы вы прям покупали у меня, да, для того, чтобы другие подписчики, которые не знают меня, что я риэлтор, вот, посмотрели интересное видео о недвижимости. Но если вам на полном серьезе нужно помочь купить дом, продать, я здесь, в Центральной Флориде, и сейчас вам покажу свою бизнес-карту, свой телефон. На этом телефоне у меня есть WhatsApp. Пожалуйста, если у вас будут вопросы какие-то по недвижимости, пишите мне, я отвечаю всем. Вот. И если вы, как говорится, поделитесь этим видео с друзьями, мне это очень поможет. Поэтому вот спасибо за внимание, и я обязательно вас чем-нибудь еще удивлю. Если удивила, конечно, сейчас. Наверное, нет. Но, наверное, было все-таки интересно. Всем пока. Спасибо вам за лайки. Вот давайте посмотрим еще раз на этот маленький комьюнити из 17 домов. Я сейчас вот сюда подъеду, развернусь на этот кул-де-сак, в котором мы пешком шли, да? Вот я сейчас здесь развернусь. Вы видите вот эти дома, да? Вот эта модель, в которой мы были сейчас, только что, это последняя модель. И я хочу просто проехаться и показать вам, как бы вот, как выглядит этот комьюнити. Смотрите, я вот так буду показывать на эту сторону, потому что дома только на одной стороне. Вот здесь потихонечку поеду. Вот здесь у кого-то что-то там достраивается, кто-то что-то там немножко доделывает. Но, в принципе, вот все вот такие дома. И сейчас я доеду до конца и там развернусь. В принципе, это вот и все комьюнити. Тут знать будете каждого соседа. Их будет всего 17. Я уже это сказала и повторила опять. Вот. Здесь на торце, прям на торце, смотрите, как вот это прям дворец стоит. Кстати, два дворца. Вот на этом второй кул-де-сак с другой стороны, да, две стороны. И вот на обоих такой вот кул-де-сак. И вот такие дома уже проданы, естественно, красивые. Но это вот, кстати, та же модель, в которой мы были. Абсолютно та же модель. Ну вот просто один в один. По-моему, и тот дом тоже один в один, та же самая модель, только в другую сторону перевернута. Да, вот. Да, тот же самый дом. Но смотрится просто даже зашибенский, правда? Такое словечко я, конечно, вспомнила, зашибенский. В детстве мы его говорили. Вот, ну и все, мы выезжаем с вами. Вот такой вот комьюнити. Если вам интересно, если вдруг вы, конечно, заинтересовались именно этим комьюнити, звоните мне, я вам все расскажу, покажу, свяжу вас, покажу. Ну, это очень дорогой комьюнити, как я сказала, 500 это минимум, что вы тут отдадите, и то 500 это будут одни стены. Вам захочется что-то сделать по-своему, и уже будет 100-200 тысяч плюс. Все, всем пока, до свидания.